Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Мне немного сложно говорить, потому что нанесена маска, которую вы видите. Она, когда застывает, она мешает говорить, правда. Мешает говорить, мешает улыбаться. Но за то, что она делает, она снимает мертвый, ороговевший слой без всяких скрабов и так далее. Она чистит поры. И я не побоюсь этого слова, весь топовый YouTube почему-то дотумкало только в этом году. Хотя вполне возможно, они пользовались этим. Я лично пользуюсь порядка, наверное, 4-5 лет. И, кстати, патчи в России попробовала я первый раз. Это был, наверное, 11 или 12 год. Если вам интересно, спрашивайте, я расскажу. Значит, что касается этой масочки, которую там все называют угольной, там еще какой-то там, они бывают серебряные, они бывают всякие разные. Говорить реально очень тяжело с ней. Но когда она просыхает полностью по периметру, и когда вы начинаете ее снимать, она иногда снимается цельно куском. А иногда она снимается, ну, как бы, неважно, кусочками. Черная она не потому, что там уголь, черная она потому, чтобы ее было видно. Потому что Oriflame, когда выпускали маски прозрачные, люди, видимо, вот с этими ошметками силикона и выходили на улицу. Такими висящими где-нибудь в зоне ушей, там, или волос, корней. И поэтому она, собственно, черная. А вот если вам интересно знать про инновационный уход, про комплекс уходовых мер для кожи 45+, и я думаю, что 50+, тоже недалеко ушло, я советую вам вот эти маски, пленки. Они ничего вам не навредят, они откроют поры, они снимут мертвый ороговевший слой кожи, и вы будете выглядеть значительно моложе. Если есть какие-то вопросы, дополнительные нюансы, и вам интересно, то задавайте вопросы, подписывайтесь, будем общаться. Я Ольга Швец. Как часто нужно применять такую маску? Во-первых, я рекомендую сосредоточиться вам на периоде осень и на периоде весна. Почему? И вообще, как бы, с какой периодичностью, то есть кто-то может делать ее раз в неделю, кто-то может делать ее раз в сезон, но я лично знаю, что совсем истончать кожу это не есть хорошо, поэтому я применяю эту маску по мере необходимости. У меня эта необходимость считается, когда я вижу, вот что, знаете, шелушинки вот эти на носу начинаются, на переносице в частности. То есть слой нарос кожи, и он местами начинает слущиваться такими грубыми шелушинами. Вот именно в этот момент вы достаете эту маску. То есть если поры чистятся, там, я не знаю, скрабиками, если там можно распарить, проскрабировать, или там еще как-то там маслом растопить эти вот пробки, да, и тоже очистить кожу, то в данном случае конкретно, когда вы видите шелушины огромные такие на носу у себя или там у кого-то, может быть, на лбу, на подбородке, все, вот настало время этой маски. И тогда я ее применяю с периодичностью. Вот. Опять же, я ее делаю столько, сколько нужно. Вообще такой маски хватает очень надолго. То есть, ну, реально ее хватает, я не знаю, ну, раз на 20, если не больше. В целом в нашем городе она стоит 300-350 примерно рублей. Вот. Вот почти кусочком я сняла вот эту масочку. Вот у меня, короче, что осталось. Значит, чтобы она снималась куском, нужно, чтобы она была плотная. Но она тогда неравномерно просыхает, и вот те места, которые не просохли, они остаются. Как бы, ну это уже мелочи, она как раз вот именно поэтому черная, а не потому, что там она угольная и так далее. Она контрастная по сравнению с вашим лицом.